именно в этом году исполняется 190 лет со дня дипломатических отношений России и Греции, это раз. И в этом году мы немножко изменили формат. У нас в проведении самого фестиваля принимают участие 11 школ Ростовской области, в которых усиленно изучается греческая культура в формате 150 культур народов Дона. Лучшие дети, которые изучают греческую культуру, сегодня будут награждены нами и будут участвовать в выносе греческих флагов. Вот я хочу сказать, что ни на одной секунды я сомневаться не буду и готов всегда умереть ради того, чтобы Греция была свободной, независимой и в абсолютных объятиях с Россией. Спасибо вам. С праздником.